такой двор. Здесь ворота для въезда. Также иногда мы их открываем, чтобы можно заходить спокойно было, чтобы не обходить через калитку. Вот такие вот ступеньки. Вот. Поднимаемся вверх. Здесь очень прохладно, прямо скажу. Продуваемая веранда, полноценная, потому что крыша не напекает. Нет такого. Вот. Садовский холодильник небольшой. Телевизор, раковина, стол. Ну, это эконом номера. Вот, кровать. После дождя просушивается она. Приливного ливня. Вот. Плиточки на потолку. Вот второй номер здесь. Еще. Это у нас трехместный номер. Это у нас двухместный номер. Вот это у нас четырех, но легко заставить пятую кровать. И прям пятая кровать даже встанет. Потому что раз, два, три, четыре кровати. Вот сюда пятая стоит. В каждом номере по вентилятору, по вешалочкам. Если прохладно, даже выдаем масляный радиатор. Вот, и на этой же территории. Вот. Туалет. Общий. Душ. Вот. И такой вид с второго этажа. Шезлонги, бассейн, батут. Все для всех деток. И детская площадка там. Вот. Как бы и для эконом номеров, и для люксов, для всех. Вот. А тут получается у нас большой орех. Затеняет, плюс еще дает ширму, что тебя никто не видит. Тебе как бы и есть. Можешь посмотреть. Вот. Вот так. Вот он, виноград у нас. Так что такие вот условия. Кому понравилось, пишите, звоните. Можете ставить комментарии, можете приезжать к нам на отдых. Поселок Кучуры, улица Рабочая, 72.